мы здесь! Привет. Стеф. С возвращением. Спасибо. Утром я была... Доктор Уэсли Максфилд. Он же наш профессор по прикладной микробиологии. Погоди, Дэймон, меня кто-то преследует. Тогда беги, да подальше. Дэймон, ты не понимаешь. Дэймон, пожалуйста, помоги мне. Сами. Сэм, нужна помощь. Срочно приезжай. Лихо. Подменил номер Амелии на свой одноразовый, отправил сигнал СОС. А я повелся. Когда успел? Давно. На всякий пожарный. И, кажется, правильно сделал. Ты видел ее? Да, видел. У нее все замечательно. Но ты и сам знаешь. Понятия не имел. Но знал, что ты рванешь к ней. Ну и? Дело закрыто? Да, закрыто. Есть потери? Будешь меня слушать. Зараза. Да. Точно? Еще уверен? Okay, great. Да, отлично. Теперь жди меня, слышишь? Кто там? Нет, я говорю, жди меня. Надо ехать. Бургер хоть можно доживать? Объявился вампир-убийца. Ишь ты.
Я соскучился по тамошним морепродуктам. Кто доложил? Мартин Крисер. Прости, мне послышалось. Мартин Крисер. Долбанутый Мартин из дурки. Его выпустили месяц назад. И что? Да ему только игрушки в изоляторе собирать. Почему он снова работает? Я позвал. Чего? Он позвонил, когда его выпустили. Спросил, нет ли работенки, чтобы вернуться в строй. Он был вроде ничего, я согласился. Ты представил? Вроде ничего Мартина. Почему вообще этот вроде ничего охотится? Он не охотится. Он следит. И докладывает. Это я подчеркнул особо. Ушам не верю. Да что ты, Дин, не веришь? Нет. Да. Ну ладно. Окей. И все? Привет, сбежавшие девчонки. Вы же вроде первокурсницы. Как вы попали на это занятие? Что? Я обожаю прикладную микробиологию. Мой любимый аспект биологии. Малюсенькие организмы такие милые. Вы придете сегодня на вечеринку у костра? Или опять появитесь, сразу развернетесь и уйдете? Она придет. Отлично. Повеселимся. Но сама же сказала про неверное решение касательно парня. Он милый, ты ему нравишься. И в отличие... Он здесь. Всем доброе утро. Я доктор Максфилд. Зовут Вес, но обращайтесь ко мне, доктор Максфилд. Однажды, когда вы выпуститесь, поймете почему. Слышал? Сегодня вы собираетесь у костра, да? Вот вам короткий урок из истории. Витмар сначала был больницей во времена гражданской войны. Худшей войны в американской истории. Более 600 тысяч погибших. Гибли люди так быстро, что раз в неделю трупы сваливали в одну огромную кучу и сжигали. Так что сегодня, когда будете напиваться и веселиться, остановитесь на секунду, закройте глаза и представьте, как тошнотворно пахло от этих гниющих туш. Какой-то он жуткий. Итак, переходим к микробиологии. Зато красивый. Такой запах гнили источает одна особенная бактерия. Ну, правда же. Согласны? Болтушки на задней парте. Про какую бактерию я говорю? Это... я не знаю. Может, потому что вы первокурсница и вас тут быть не должно? Откуда я знаю? Я наблюдателен. Этому вас научат в кабинете 101. Вниз по коридору. Это было ужасно. Мы просто молча сидели. Хочешь, побью его? Пока нет. Чтобы он не знал, я хочу это из него вытянуть. Внушение использовала? Нет. Есть шанс, что он знает о вампирах, а значит и о Вербене тоже. А как насчет насилия? Ты ему угрожала? Нет, не угрожала. Ну, может, хоть чуточку пытала? Дэймон! Ты же понимаешь, что встречаешься с бывшим серийным убийцей, а? А что бы сделал герой? Да я... понятия не имею. Стефан? Не знаю. Ну, ставился бы на него угрюмо. Стефан здесь, прямо сейчас. Что? Выключи телефон. Елена? Эй, стоп, это не Стеф. Господи! Не делай так! Здравствуй, Дин. Кэс.
Мы уже обсуждали. Держи дистанцию. Извиняюсь. Как ты меня нашел? Я думал, что нас нет на ангельских радарах. Так точно. Бобби сказал, где ты. А где Сэм? Мы с Сэмом решили пока отдохнуть друг от друга. Ну а ты? Уже нашел Господа? Еще лучше, может, вернешь мне мой чертов кулон? Нет, пока не нашел. Потому я здесь. Нужна твоя помощь. В чем? В охоте на Бога? Это без меня. Не на Бога. Нужен кое-кто другой. Кто? Не понял. Это уникальный шанс. Для чего? Да. Потому что мы его поймаем и допросим. Так ты не шутишь? Нет. И что? Я Тельма, ты Луиза, и мы сиганем с утеса, взявшись за руки? Объясни, почему я должен тебе помогать? Мне нужна помощь. А кроме тебя, мне не к кому обратиться. Прошу. Ну ладно, хорошо. Где он? Вперед. Стоп, стоп. Что такое? Высоту телепортации я неделю на горшок не садился. Я поведу.